Привет! Как тебя зовут? Аня. Анечка, а ты знаешь, где работает твой папа? Знаю, он работает в большой газовой компании. А кем он там работает? Он работает теплоэнергетиком. Как интересно. Анечка, а ты знаешь, чем занимаются люди в компании, в которой работает твой папа? Люди занимаются, передают газ по трубам на больших расстояниях. Интересно как. А ты знаешь, для чего нужен вообще газ? Газ нужен, чтобы была горячая вода, и чтобы готовить кушать, и чтобы дома было тепло. А ты бы хотела работать в газовой компании тоже, да, как папа? А кем бы ты хотела там работать? Теплоэнергетиком. Быть как папа? Да. Как здорово.